Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковка заказа с сайта «Любимый Василек». Очень много всего интересного, итак, поехали. Спешу вас обрадовать, мои хорошие, в Васильке теперь бесплатная доставка, абсолютно бесплатная. Я знаю, для многих девчонок этот вопрос был очень важен, потому что в некоторые регионы выходит такая приличная сумма за доставку именно. Поэтому бесплатно бегом на сайт, выбирайте то, что вам нравится, ассортимент всегда радует. А я вам, как всегда, все ссылочки продублирую внизу, заказывайте с удовольствием. Давайте начнем с самого интересного. Заказала постельное белье Ксюшке новое, в очень красивой расцветке, которая им прям подходит под детскую. Так, у меня тут накладная, сейчас я вам все по ценам расскажу. Я собирала комплект самостоятельно, потому что я люблю очень трикотажные простыни, и поэтому чаще всего собираю отдельно. Беру комплект наволочки плюс пододеяльник, а простынь трикотажную уже по цвету подбираю отдельно. Так, у меня здесь 1 плюс 1, пододеяльник плюс наволочка, счастливая полоса. Наволочка здесь 1,50 на 70, и матекс поплин, и стоит 1071. Вот так выглядит красиво. Так, 100% хлопок, поплин стирать при 40 градусах. Вот этикеточка. Давайте распаковывать. Или сейчас сразу вам озвучу цены на все остальное. Дальше у меня, девчонки, Love Весна. Этот бренд уже не первый раз беру. Все устраивает, все нравится, все супер, все классно. Это у нас простыня трикотажная на резинке, цвет мятный. Под этот комплект как раз он очень хорошо подходит. Так, 90 на 200 на 20 размеры, стоит 717 рублей. И еще у меня здесь две наволочки. Потому что у Ксюшки подушка не 50 на 70, а другая. Но я думаю, что ей уже пора, в принципе, 50 на 70 отдавать. У меня здесь две наволочки, вот такие тоже приблизительно в подходящих расцветках. Это наволочки 40 на 60. У нас две таких подушки и у Кристины, и у Ксюши. Я люблю на такой маленькой, если честно, тоже спать. Так, наволочка Гост Бязь карамельки. Это вот это вот, вот карамелечки. Она у нас с вами 94 рубля. Вторая тоже Ангел, а мята тоже 94 рубля. Так, теперь открываем. Так, давайте сначала смотреть пододеяльник, а потом я заправлю еще, вам тоже все покажу. Кстати, безумно мягкий, приятный поплин. Мне поплин вот в последнее время нравится. Я терпеть не могу сатин. Что еще не люблю? Ну, в общем, сатин, самое главное, что не сатин. Прекрасный поплин. Мне кажется, не будет сильно мяться, в принципе. Достаточно плотный, но, наверное, 125, как обычно. Поплин, вот, и бязь, это самая приемлемая для меня ткань для постельного белья. Сатин скользкий, прям вот честно, терпеть не могу. Смотрите, наволочки здесь в комплекте. Есть этот комплект белья прям целиком, с простынью, со всеми делами. Вот такого вот мятного цвета. Камера вам немножко врет. Он действительно, девчонки, мятный. И смотрите, рисунок такой как бы подлен. Тоже достаточно плотные. Не на молнии, просто обычная наволочка, но с достаточно глубоким, прям глубоким запахом. То есть вот он прям 1/3 наволочки занимает. Такая вот красивая, мятная. Так, и сам пододеяльник. Он с одной стороны вот такой вот в полосочку, то есть здесь у нас сиреневая полоса такая, слегка светло-желтая и зеленая. А с другой стороны такой же мятный, тоже как бы подлен такая ткань. Плотненький, хорошенький, пододеяльник тоже не на молнии, но вообще все эти нюансы можно учесть, когда вы делаете заказ. Вообще под вас могут сшить даже комплект белья. То есть если вы хотите, чтобы там была молния, пишите комментарий к заказу, с вами свяжутся и вам все сделают как бы, как вы хотите. Эти варианты в Васильке тоже возможны, что очень удобно на самом деле. В целом мне нравится. Это двухспальный комплект, у нее двухспальное большое такое одеяло. Ой, полутораспальный, что я вас обманываю, девчонки? Полутораспальный. У нее полутораспальное одеяло. Так, 145 на 215, да, вот, и вот так оно выглядит в целом. Мне нравится, очень красивый цвет, такой нежный, спокойный, ткань, кстати, тоже прям вот безумно приятная. Практически не будет мяться, я уверена, что гладить этот комплект будет не нужно. Так, и давайте две вот эти малышки посмотрим. Так, вот у нас с вами карамельки, тоже подходит, в принципе, нормально под этот комплект, под расцветочку. И наволочка вот такая тоже подходит. Здесь ангелочки и облачка, а вот тут что-то написано. Вот такая красивая наволочка. Тоже ткань приятная, несмотря на то, что это бязь, и они так бюджетно стоят. Безумно приятная ткань. Я вот на таком люблю спать, если честно. А вот просто не только трикотажные у нас везде. И везде, по-моему, кстати, Love Весна из Василька. Вот все мы на них спим. Никаких нареканий нет, все с ними отлично. С учетом того, что у нас еще диваны. То есть у меня и в зале диваны, только у Ксюшки
получается, в детской кровать с матрасом. На диваны прекрасно натягиваются, просто подбирайте себе размер, нужные необходимые делайте замеры и заказывайте с этим учетом. И еще немножко хлопок дает усадку при стирке, поэтому это тоже имейте в виду, что несколько сантиметров может при усадке пропасть, поэтому лучше взять с небольшим запасом. Трикотажную просто нужно купить абсолютно любого размера, их там миллион. Вот так она выглядит. Здесь резинка по всему периметру. И вот где у нас с вами получается узкая часть, здесь есть шовчик. Узкая часть матраса, я имею в виду, голова-ноги. А где шовчика нет, это боковинки. Это вот боковинки, здесь нет шва. То есть мне, допустим, удобно, что есть вот этот шов, потому что, когда достаешь, меняешь постельное белье, ты не ищешь на простыни, где же все-таки у нас с вами голова должна быть, натянуть ее, где все-таки сама ширина вот дивана. Вот это достаточно удобно. Они сейчас все просто не так делают. То есть вот это голова-ноги, а остальное это боковинки. В общем, классно, удобно. Так, что у нас с вами дальше? Поехали. Так, это у меня что? Это у меня толстовка для крестюшки. У нас сейчас как раз похолодало. У нас что-то прям вот толстовок раз-два и обчелся. Так, 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 так. Толстовка для девочек цвет лиловый. Она представлена в разных расцветках. Я взяла на 4 года рост 104, потому что, опять же, хлопок дает усадку и частенько мало мерит. 546 рублей она стоит. Давайте распечатывать, смотреть. Это Bonita Kids. От Bonita Kids у нас тоже много-много чего есть. Так. А в Дзене я обязательно крис покажу в этой толстовке. Посмотрите. Вот так она выглядит. Не скажу, что она сильно теплая. Нет, ее, в принципе, вот так вот на летний вечер очень даже ничего. Но у нас сейчас прям совсем холодно. Сверху этой толстовки даже придется куртку надевать, наверное. Так, 85 хб, 27 полиэстер, 8 эластан. Очень красивая толстовочка. Прям. Она такая широкая. Я бы не сказала, что это на 4 года. Нет, ну хотя на 4 года тоже может быть, но тогда она будет коротковата. Вот это мое личное ощущение. А так, если по рукавам будет длина, можно завернуть рукавчик, как бы в этом ничего страшного не вижу. Здесь такие вот мишки, симпатичный рукав, смотрите, как интересно сделан, резиночка, все как всегда прошито хорошо, вот так. И низ тоже с резиночкой. И здесь есть кармашка. Она мне в последнее время прям полюбила кармашку. Он такой сквозной. Один кармашки полюбила. Будет туда конфетки складывать. В общем, я в Дзене покажу. И вы сами посмотрите, как на приз в 2 года смотрится толстовка вот этого размера. Кто сомневается в размерах. Так, дальше поехали. Это моя футболка уже. Футболка женская Валерия. Цвет баклажан. В различных расцветках тоже была представлена. Это такая базовая футболка. Я такие люблю. Футболок летом мало, много не бывает. Так, ищем цену. Футболка, так, брюки, леггинсы, футболка Валерия. Я взяла в 60-м размере, потому что я люблю оверсайз. У меня сейчас по параметрам 52-й. 503 рубля. Я вам сейчас ее обязательно померю, все покажу. Мне понравилась футболка чем? Во-первых, горловиной. Наконец-то нормальная горловина, широкая, красивая. Я такое очень люблю. Рукавчик. Такой достаточно длинный должен быть, чтобы скрывать недостатки. И внизу просто подшито все. Вам камера почему-то делает ее больше такой насыщенной сиреневой. Это немножко более приглушенный цвет. Вот так она выглядит в целом. Вот. Так, что у нас тут? Этикеточка, Василек. По ткани 100% хлопок. Она больше похожа, знаете, вот так по ощущениям на вискозу. Она достаточно легкая, но светить не будет. Как же вам цвет правильно передать? Ну ладно, сейчас буду мерить. В общем, она потемнее. На самом деле она потемнее. Такой приглушенный цвет. А камеру почему-то обманывает. Так, поехали дальше. Дальше леггинсы взяла для Ксюшки. Летом сейчас, потому что в основном всегда бегает в леггинсах и в футболках. Леггинсы женские взяла уже в женском размере, не в детском. В женском отделе кулирка, графит, 44 размер, 530 рублей. Хлопок с лайкрой. Давайте посмотрим. Ну да, обычные такие графитовые леггинсы, классические, ну как бы без ничего. Вот, просто леггинсы, резиночка, пришита. Она, то есть, крутиться не будет. Внизу просто обычный. Нет никакой резиночки, ничего. Все хорошо прошито, все отлично. Вот такие вот серенькие леггинсы, обычные графитовые. Знаете, на улице гулять, во дворе бегать прям хорошечно. Классные, хорошенькие. Так, дальше поехали. Что у нас с вами? Так, это костюм уже для мужа. Интересный очень костюм, достаточно бюджетный. Костюм смоки, черный трикотаж. В 58-м размере взяла, 787 рублей. Здесь футболка и шорты. Давайте смотреть. Так. Достаточно такой позитивный костюмчик. Ну, для дома, может быть, там на пляж куда-нибудь. Смотрите, вот такие шортики. Здесь у нас смайлики и написано... И написано, много всего написано. Резинка пришита, крутиться не будет. О, есть карманчики. Да, карманчики есть глубокие прям. В общем, вот такие классные шортики. Легкие, хлопковые прям вообще. Класс. Так, и футболка у нас с вами. Хлопок 100%. И все, в принципе.
Вот так выглядит. Тут тоже у нас, что у нас здесь? You smile. Ну, прикольно. Медведь сигареты. Курение запрещено. Классно. Мне нравится. Классный такой костюмчик, легенький. Футболка немножко поплотнее ткань, нежели у шортов. У шортов вообще вот легкая-легкая, прям на жару. Так, что еще у нас с вами осталось? Еще у нас остались с вами вот такие веселые шортики, хбшечки, криски тоже гулять. Они у нас стоили... Шорты «Радуга», размер 56/104, 120 рублей всего. На 104 тоже рост взяла, потому что тоже, думаю, будет мало мерить. Сейчас откроем, посмотрим. Обычные хлопчатые шорты, девчонки, 120 рублей, вообще все удовольствие. Вот такие вот прелестные. Можно и мальчику, и девочке, в принципе, расцветка такая ни к чему не обязывающая. Резиночка пришита и прошита. В этом плане все отлично. Классные. Так, и дальше у нас с вами футболка для мальчиков. Ну, я хотела зеленую, какая разница, для мальчиков, для девочек. Футболка для мальчиков зеленая, на 3 года, 98-я ростовка, 136 рублей, девчонки. И тут же в этом пакетике брюки, темно-синий, тоже 98-й рост, 419 рублей. Брюки классные, красивые. Так, вот у нас футболка с вами, это тоже Bonita Kids. Сейчас по составу гляну. 100% хлопок. Вот такая. В принципе, на этот год и на следующий хватит. Они 98-104 длинноваты. Но Крис у меня тоже в шортах и леггинсах ходит. Длинная футболка вообще смотрится прикольно. В общем, такая обычная зеленая футболка, которая тоже выполнена очень классно и стоит копейки. Горловина, все супер. Ну, штанишки. Теперь тоже обязательно в Дзене вам все покажу на Крис. Ссылочки продублирую. А брюки для девочек 98 тоже... Bonita Kids. Такая вот этикеточка. Смотрите, какие они красивучие. Можно ему... Ну, не знаю, мальчику, насколько актуально будут вот эти пайетки, но Крис, мне кажется, зайдет однозначно. Так, веревочка не обманка, что очень классно на самом деле. То есть можно будет затянуть. Веревочка у нас не обманка. Так, внутри резинка. Она пришита, перекручиваться не будет. Они темные. То есть камера... Вот они вот такие. Иногда вам камера вот делает их ярче. Нет, они темные. Они... Прям практически черный. И по бокам у нас здесь пайетки. Внизу вот такая вот резиночка. Достаточно теплые брюки. Сейчас вот гулять. То же самое оно. Могут быть длинноваты на Крис, мне кажется. Но если что, тоже подвернуть вот так резиночку. Вообще как бы не проблема. Вот таким вот образом. Карманчиков здесь никаких нет. И с двух сторон вот такие пайеточки. Классные, красивые брюки. Достаточно плотные. Достаточно плотные. Такой плотный трикотаж, прям плотный. На прохладную погоду или вечером тоже с футболочкой. Очень здорово, очень красиво. Пайетки пришиты. Причем пришиты так, что нельзя вот сделать вот так, знаете, поиграться туда-сюда. Ну и хорошо, не оторвет. Прям каждая пайеточка пришита. Прям отдельно, отдельной ниточкой прям каждая пришита. Классные, красивые брюки. Так, ну что, давайте теперь мерить. Ну вот, собственно говоря, футболочка. Действительно достаточно глубокий вырез. Мне он нравится. Я такие прям безумно, девчонки, люблю. Прям красота. Вообще здорово. Рукавчик нормальный. Смотрите, какой свободный. Недостатки скрывает. Недостатки все скрывает. И длина у нее тоже достаточно большая. Вот 60-й размер. Смотрите, как на мне смотрится. То есть про размерную сетку. Да? У меня по параметрам 52-й. Вот, то есть слегка свободно. Вот так, как в принципе и хотелось. Такой прям разрез широкий. То есть даже можно... Может быть, видно бюстгальтер. А так, в целом, очень красиво. Мне безумно нравится. Прям вот то, что я хотела. Сзади по длине. И спереди. Можно вот так даже чуть покороче подсобрать. Мне очень нравится. Красиво. Красивая, достойная. Вот она прям так, знаете, похож немножко на вискоту. Прям как будто стекает, струится по фигуре. Красивая, тоненькая футболочка. И на жару мне будет комфортно тоже. 60-й размер. Ну, теперь Ксюшка. Они, конечно, немножко длинноваты. Вот внизу, видите, собираются, да? А так в целом неплохо. Покрутись. В целом очень даже ничего. Хорошо смотрится, мне кажется, во дворе бегать. Ну, вообще, прекрасно, замечательно. Хлопочек. Можно подвернуть, но они и так вот, когда собраны, смотрятся тоже очень классно. Пошли заправлять постельное белье? Ну, вот, мы застелили. Смотрится очень классно, красиво. Я не помню, если честно, сколько у нас длина и ширина второго яруса. Это двухъярусная кровать. Поэтому обманывать вас не буду. Просто не с запасом даже. У нас тут матрасик. И еще такой запас приличный. Вот. И прям красота. Прям красота. Уютно, здорово, красиво. У нас тут как раз шторы из василька. Покупали мы их тоже в Васильке. И в целом
Все очень гармонично перекликается. Прям здорово, мне нравится. Ну, на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Все ссылочки, как всегда, в инфобоксе под видео. Не забываем, бесплатная доставка. Ура, ура! Приятных вам покупок. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.